Я здесь по своей воле. Послушай меня. Мы с тобой друзья с детства. Наши родители хотели, чтобы мы поженились. Мы же никогда с тобой не любили друг друга по-настоящему. Чего ты решила, что я никогда тебя не любил? Значит, теперь ты узнала, что такое, когда любят по-настоящему? Кто он? Кто он, скажи мне? Послушай, тебе действительно лучше уйти. Николя, я же писала тебе все в письме. Прощай. Я не верю тебе. Ты что-то скрываешь, и я выясню, что! Я вижу, у тебя гости. Кто этот юноша? Вас это совершенно не касается. Ошибаешься. Все, что связано с тобой, меня очень даже касается. Вы так горячо спорили. Кажется, что вы давно и близко знакомы. Николай – старый друг нашей семьи. Он только что вернулся из России и пришел меня навестить. Только и всего. Так что оставьте свои фантазии. Увидим, учительница, фантазия это или нет. Госпожа, я вас ищу, госпожа. Вам записка от Эсмы Султан. Записка? Какая записка? Гюльфидан, прочитай, тогда и узнаем. Спасибо, Касым ага. После обеденной молитвы приходи к ручью. Мы с Намой Кампашой будем тебя ждать. Ни в коем случае не упусти эту возможность, Эсма. Неужели это правда? Тетя Эсма действительно устроила нам свидание? Вы же скоро поженитесь, вам обязательно нужно встретиться. Без тебя не пойду. А то я умру от волнения. Хорошо, пойдем вместе. Тетя Эсма там тоже будет. Мы с ней о погоде поболтаем, а вы тем временем с Намой Кампашой наедине побеседуете. Перестань. Не смущай меня. А то вообще не пойду. Иди скорее одевайся. И думай, что говорить будешь. Что же мне говорить? Николай, значит... Кто же ты такой? Госпожа, мне кажется, вам стоит сейчас же рассказать повелителю о том, что вы видели. Второй раз я тоже ошибку не совершу, Гюльзар. Пока точно не буду знать, как они связаны, я ни слова не скажу повелителю. Да, но как же вы узнаете? Не я, Гюльзар. Ты узнаешь. Я? Все очень просто. Скажешь, что я послала тебя на рынок и выйдешь в город. Пойдешь в тот район, где живет Анна. Притворишься ее подругой и поговоришь о ней с соседями. Не сомневайтесь, госпожа. Я всю округу расспрошу и все досконально разузнаю. Прекрасно. Посмотрим, что так старательно скрывает наша учительница. Никак не пойму, он жених тебе или не жених? Да я же тебе говорю, еще до приезда во дворец я разорвала помолвку. А что же он тогда говорит, будто он твой жених? Не может с этим смириться.
А ты почувствовала что-нибудь, когда его увидела? Сердце чаще не забилось? Нет. Правда, очень грустно стало. Из-за того, что я столько боли ему причинила. А повелитель про это знает? Про вас с Николаем? Нет. Надо ему сказать. Надеюсь, ты понимаешь. Но ведь это уже в прошлом. Анна, мы о султане говорим. Он не переносит, когда от него что-то скрывают. Пока Хашьяр не напела ему своих гадостей, ты должна сама все открыть. Ты права. Надо рассказать повелителю. Что мне делать? Вот и конец сказки об оружейном заводе. Николай. Что, Николай? Ведет себя правильно? Не очень. Сегодня ходил во дворец Канни. Во дворец ходил? Кто его туда пустит-то? Надя поспособствовала. Нашла вчера в трактире Николая. Видимо, дала ему какие-то документы. Николай с ними и прошел во дворец. Повелитель, чертежи мы так и не нашли. Однако обнаружили молодого студента, которому Сергей поручил все скопировать. В копиях есть и подробные инструкции по сборке. Странная ситуация, Муса. Почему Сергей заранее скопировал чертежи? Словно знал, что умрет. Повелитель, он сильно заболел. Его мучили жестокие боли. Может, на всякий случай он решил? Мы потеряли не только хорошего инженера, Муса, но и прекрасного человека. Великая печаль. Повелитель, если это все... Еще кое-что. Но это касается не службы, скорее личный вопрос. Всем известно, Муса Ага, как я тебя ценю. Я тут подумал. Решил узнать, не хочешь ли ты жениться, ведь давно пора. Вы так считаете, повелитель? Я так считаю, поэтому говорю с тобой прямо. Гюльфидан Султан хочет выйти за тебя замуж. Что скажешь? За меня? Быть того не может, повелитель. Это твой ответ, Муса? Но как же... Как я посмею, повелитель? А в чем дело? У тебя что... Есть какой-то недостаток, о котором я не знаю. Ты добрый, верный своему слову человек. Если уж ты не достоин Гюльфидан, то кто? Как прикажете, так и будет, повелитель. Разве могут быть приказы в сердечных делах? Слушай только свое сердце. Муса, ты женишься или... Как прика... Это честь для меня, повелитель. Другое дело. Вот ответ, которого я ждал. Можешь идти. Можешь идти, Муса. Я... То есть... Слушаюсь, повелитель. Кто ты такой, чтоб жениться? Вот и думай теперь, что делать. Пришла. Не передать, как я рад видеть тебя, Эсма. Надо же. Мы и в юности под этим деревом встречались. И новость, что меня отдают за другого, я тебе тоже сообщила здесь. Не знаю, помнишь ли? Помню. Разве это забудешь? Но если ты пришла сюда вновь терзать меня воспоминаниями, то зря стараешься. Ничего у тебя не получится. Намек, что ты делаешь? С самых малых лет и по сей день я люблю тебя, Эсма. Смотри, чтобы другие женщины тебя не услышали. Пусть слышат.
Сердце свое я отдал одной единственной. Если бы она перестала меня мучить и просто улыбнулась, я был бы счастлив. В красивых речах тебе нет равных. Даже я почти поверила. Верь, все правда. Эсма, никто ведь не знает, что ты здесь? Никто. Тогда нет нужды прятаться. Не убирай руку. Салиха, как же я волнуюсь. Я тоже волновалась. Но при нем вообще ничего не чувствую. Он что, всегда будет с нами ездить? Я все слышу. И что нам теперь делать? Молчать? Если ты перестанешь подвергать свою жизнь опасности, мне не нужно будет за тобой следить. Мне тоже неохота с вами тащиться. Я с тобой не разговариваю. Не пристало дочери султана тратить свои слова на болтовню со всяким сбродом. Я рад. Прекрасное решение, госпожа. Я хоть передохну. Нахал. Совсем чуть-чуть осталось. Всевышний, помоги мне. Вы Анну Васильеву не знаете? Она на этой улице живет. Не знаю, дочка, я здесь недавно. Ясно. Ну что ж, всего доброго. До свидания. Дочка, ты кого-то ищешь? Да, ищу. Я подруга Анны Васильевой. Вы не знаете, где она живет? На этой улице. Но здесь ее больше не ищи, она во дворец переехала. Неужели? Во дворце живет, а Николай? Его где найти? Такого не знаю. Жалко. Спасибо. Постой-ка. Ты не Аниного жениха имеешь в виду? Жениха? Его... Его, все верно. Того самого Николая, жениха Анны. Как Анна во дворец уехала, тут он и перестал приходить. Такой видный молодой человек. Уж и не знаю, теперь поженится или нет. Понятно. Вас не было видно с самого утра, господин посол. А с каких пор ты начала самовольничать? Не понимаю, о чем вы. Все ты прекрасно понимаешь. Вообразила, что я не узнаю, каким образом Николай попал во дворец? Отвечай. Я же все для тебя, Монше. Не говорил. Клянусь, он бы все равно не уехал, не повидав Анну. Я не люблю, когда за моей спиной что-то делают. Пощади. Чтобы без моего ведома ни одного шага никогда. Поняла? Смотрю на тебя, и все мои тревоги уходят прочь, Эсма. Сколько женщин уже слушали эти слова? Мне, конечно, приятно, что ты ревнуешь, но неопределенность невыносима. Я решил поговорить с повелителем и попросить твоей руки. Невозможно. Еще рано. Дай мне время. А чего нам ждать, Эсма? Откуда? Это ты их позвала, Эсма? Снова свои игры затеяла? Я их не звала, но, кажется, догадываюсь, чьи это происки. Моей матери. Ах, какое приятное совпадение. А что вы здесь делаете?
Да мы прогуляться вышли. И правда совпадение. Передохнем немного. Посидим здесь, Гюльфидан. Да, я вот тоже случайно встретил госпожу, и мы немного побеседовали. С вашего позволения, я пойду. Прошу вас, Намык Паша. Вы же нам теперь не чужой? Не уходите. Ну что ж, если вы приглашаете... Ну что, ты все уладила? А почему шепотом, Амберага? Вот ты странная. Да если про Николая хоть кто-то узнает, тут же донесет повелителю. А если ему донесут, жди беды. Понимаю. Я вечером на уроке сама обо всем расскажу повелителю. Вечером? Ладно. Раз кроме меня никто не видел, можно и подождать. Хошьяр нас видела. Что? Я сказала, он друг семьи. Все пропало. Хошьяр этого так не оставит. И что же теперь делать? Сейчас повелитель вернется во дворец. Лети, голубка, жди его у двери и все расскажи. Гюлизар, где же ты пропадаешь? Госпожа, вы продолжаете занятия каллиграфией? Да, если остается время после уроков. Прекрасно. Вы очень талантливы. Я не так давно имел честь видеть работы Гюльфидан. Они достойны всяческих похвал. Да что вы, как трогательно. Благодарю за любезность. Намык Паша, у вас должно быть много дел. Вы правы, госпожа, дел много. С вашего позволения. Всего хорошего. Вставай, что зря приехали? Мне хочется пройтись. Я могу вас проводить до кареты? Но зачем же, Гюльфидан? Скоро все вместе пойдем. А мне сейчас хочется, тетушка. Прошу, госпожа. Тетушка, как хорошо, что вы устроили эту встречу. Итак, госпожа, приближается время свадьбы. Волнуетесь? Раз уж вы первые об этом заговорили, скажу, очень волнуюсь. Кажется, что сердце из груди выпрыгнет. Госпожа, прошу извинить, что говорю это, но вы чистый ангел. Да пошлет вам Всевышний счастье. Тогда и вам тоже. Прекрасно. Мне не нужна роскошная свадьба, и дорогих подарков я не хочу. Главное – счастье. Конечно. Это самое главное. Ваше мнение тоже очень важно. Как думаете, какую свадьбу лучше устроить? Мое мнение? Вряд ли повелитель будет интересоваться моим мнением. Как он прикажет, так и будет. Да, вы правы. Не пристало нам оспаривать решение повелителя. Тетушка, мы правильно сделали, что пришли. Вы сами нас пригласили, а теперь будто бы и не рада. Ну что ты, наоборот. Вы правильно поступили, я просто слегка переживаю. А по-моему, теперь уже нечего переживать. Они воркуют, словно голубки. И совсем скоро будут вместе. Мы с вами все подробно обговорим, когда вам будет удобно. Со мной? Ну, конечно. Госпожа, мне кажется, вам следовало бы с Мусой обсудить эти вопросы. С Мусой? По-моему, это будет логичнее. Всего доброго, госпожа. До свидания. Почему я с Мусой должна об этом говорить? Что он понимает в свадьбах? Повелитель! Слушаю тебя. Повелитель, мне необходимо...
кое-что вам сказать. Хорошо. Но сейчас я занят. Вечером на уроке поговорим. Конечно, повелитель. Где же ты ходишь, Гелиза? Госпожа, я уже совсем была отчаялась, но тут неожиданно встретила одну ее соседку. Хватит, Гелизар, не тяни. Этот юноша Николай на самом деле жених Анны. Жених Анны? Да. Ай да голубка. Посмотрим, как это понравится повелителю. Следуя вашему приказу, мы оповестили всех членов нового совета. Если Всевышнему будет угодно, завтра в совете пройдет первое заседание. Хорошо. Ты возглавишь новый совет, Паша. Как прикажете. Повелитель, вы примете участие в совете? Нет. В моем присутствии несогласные с реформами побоятся открыто высказываться против. Поэтому я не приду. Позвольте заметить, это верное решение. Не забудь, Паша. Нужно выслушать все точки зрения и прийти к единому мнению. Каждый должен понимать важность своего участия. Эти обсуждения имеют очень большое значение. Совершенно с вами согласен, повелитель. Найдутся те, кто будет препятствовать работе совета. Ни в коем случае нельзя им поддаваться. Кто бы что ни говорил, но меня восхищают наши ученые-мужи. Чем же, Халет эфенди? Чем? Вы ведь и слова не сказали, узнав, что мнение мудреца теперь ценится не выше мнения необразованного янычара. Повелитель посчитал это разумным. Мы подчинились. Ему лучше знать. Знания умножают скромность, я не спорю. Но неужто вы для того годами локти протирали в обучении, чтобы вас равняли с солдатней? Это несерьезно. Конечно. Мне это тоже не по душе. Но ничего тут не поделаешь. Как ничего? А ваш авторитет? Уже на первом заседании совета нужно установить свой порядок. Эти неучи очень любят языком молоть. Им только дай заговорить, так и будут болтать один за другим. Значит, мы им не дадим заговорить только и всего? Я вижу, тебе уже лучше, матушка. Хвала Всевышнему, гораздо лучше. Отдых пошел мне на пользу. Да так, что ты снова занялась своими интригами. О чем ты, Эсма? Я весь день из дома не выхожу. Как я могла интриговать? Ты же прекрасно знаешь, о чем я. Или ты думала, я не догадаюсь? Это ведь ты написала девочкам о нашей встрече с Намыком, и они приехали. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну вот, опять сердце колотится. Пойду-ка я прилягу. Имей в виду, еще одна такая выходка, и я тебя придушу. Мудрецы эти вечно чем-то недовольны. Им не угодишь. Теперь говорят, янычары — необразованные олухи. Какая от них польза будет в совете? Так, значит, говорят. Да. А сами-то они кто? Хватит потакать улемам. Всю жизнь они нас поучают, и мы слушаем. А сейчас, когда нам дали слово, они слушать не хотят. Это честно? Безусловно, это отсутствие уважения. Халет эфенди, ты не беспокойся. Мы уверены, наше слово будет услышано. Не захотят слушать по своей воле, мы их заставим. Ну, вам виднее. Посмотрим. Как могут шелковые кудри так ранить сердце, дивный ангел? Как может нежный твой румянец так ранить сердце? Дивный ангел, твой мирт и мускус вздох наполнит, и локоны на белой коже
и голос с пеньем соловья пронзает сердце. Дивный ангел. Входи. Повелитель, к вам Хашьяр-Султан. Пусть придет позже. Я так и сказал. Но она говорит, что дело неотложное. Впусти. Повелитель. Хашьяр, что такое? Что у тебя за неотложное дело? У меня есть информация, которую вам необходимо знать. Голубка, ну что, ты поговорила с повелителем? Нет еще, к сожалению. Ничего, не переживай. Он прислал за тобой. Вот сейчас ему все и расскажешь. Повелитель, я прекрасно знаю, как трепетно вы относитесь к обучению детей. Это так, Хашьяр. Вот почему новости меня так обеспокоили. Какие новости? Про учительницу. Может быть, нам уже стоит начинать поиски нового преподавателя. Это еще почему? Входи. Я не знала, что вы заняты. Тогда зайду позже. Нет, нет, не уходи. Даже хорошо, что ты пришла. Новости, которые я хотела сообщить повелителю, как раз касаются тебя. Говори, Хашьяр, я тебя слушаю. Повелитель, мы не знали, но оказывается, учительница скоро выйдет замуж и уедет из дворца. Анна давно помолвлена, а нам об этом не сообщила. Если бы я сегодня случайно не встретила их в саду с женихом Николаем, мы бы так ни о чем и не узнали. Это правда, Анна? Ты помолвлена? Мешаю. Ваше превосходительство. Нет, что вы. Прошу вас. Смотрю, вы совсем пали духом. Сердечная рана хуже всякой хвори. Это верно. Итак, вопреки моим предостережениям, вы все-таки побывали во дворце и повидались с Анной Петровной. Не слишком приятной вышла встреча, не так ли? Анна сказала, что меня не любит. Вот видите. Но она явно что-то скрывает. Что, например? Не знаю, но я обязательно выясню, что. За любовь надо сражаться. Николя, Анна сказала, что не любит вас. За что вы намерены сражаться? Не знаю. Вот же. Позвольте вам напомнить мой совет. Вам нет смысла оставаться здесь. Я понимаю. Понимаю, нелегко. Но порой очень важно
вовремя отступить. Возвращайтесь в Россию. Отечество способно залечить самые глубокие раны. Прошу меня извинить. Учительница, ты язык проглотила? Ты можешь идти, Хашьер. Хорошо, повелитель. С вашего позволения. Николай действительно был моим женихом, но это было давным-давно. Что значит правда? Повелитель, я хотела бы объяснить, как обстоит дело. Довольно. Пора начинать урок. Здесь есть статья про налоги. Прочти. Чего ты ждешь? Как дела, Муса? Что это ты такой печальный? А каким мне еще быть, Паша? Новости получил? Да, получи. Ну так они же хорошие. Женишься, заведешь детей и обретешь счастье. Паша, да я не то чтобы влюбиться, я за всю жизнь и тремя словами с женщиной не перемолвился. А Гюльфидан Султан я и в лицо никогда не видел. Как это понимать? Она столько раз мимо тебя проходила. Я и взглянуть на нее не смел. Она же племянница самого повелителя. Я даже не знаю, красивая она или нет. Красивая, Муса. Очень красивая. И лицом, и душой. Вот увидишь, ты с ней будешь очень счастлив. Прямо испытание мне устроил повелитель. Муса, женить бы тебя другим человеком сделает. Ты еще и стихи начнешь писать? Я уже не знаю, что и думать. Почему он сказал, что я должна все обсудить с Мусой? С какой это стати? И я не понимаю. А может быть, Намык-паша просто смущается? Да нет, это ерунда. Наверное, он так ценит своего лучшего друга, что хочет и его мнение узнать. Как считаешь? Наверное. Ну что, госпожа? Свершилось. Повелитель узнал правду. А султан у нас такой гордый. Умирать будет от любви она, но теперь не взглянет. Предполагается, что снижение налогов уменьшит напряжение в обществе. Именно поэтому налоги следует сократить. Хорошо. На сегодня все. Можешь идти. Повелитель, прошу, позвольте. Я все объясню. Не нужно? Ну, повелитель. Зачем мне, спрашивается, слушать про твои сердечные дела? Ты просто учительница. Занимаешься с детьми, я тебе благодарен. А больше меня ничего не интересует. Вы правы, повелитель. Однако... Можешь идти.
Наконец повелитель понял, что ты за штучка. Я бы сама лучше не придумала. Знала бы раньше, не стала бы и время на тебя тратить. Смотрел Айпири. Он поверил, что Николай мой жених. Даже слушать меня не стал. Погоди, дай ему немного остыть. Позже он тебя выслушает. Нет, это конец. Он больше меня не хочет видеть. Анна, но ты ведь этого и хотела, разве нет? Хотела. И получила. Ну почему же тогда так больно? Госпожа, сегодня первое заседание нового совета. И какова ситуация? Я провел определенную работу. Все настроены враждебно. Прекрасно. Эта затея с советом должна провалиться. Не волнуйтесь, госпожа. Я им столько друг про друга наговорил, что мне самому не терпится увидеть, как они перегрызутся. Это заседание, Халет Эфенди, должно стать первым и последним. Сегодня собирается совет, Намык-паша. Я и великому визирю говорил, и тебе повторю. Не принимай ничью сторону, проявляй терпимость. Пускай. Пускай все получат возможность высказаться. Учту, повелитель. Повелитель, прошу меня извинить. Вас что-то огорчило? Да, тяжело у меня на сердце. До утра не сомкнул глаз, все думал. Как это не горько, я сделал то, что должен. Главное, не наговори глупостей. Добрый день. Госпожа. Здравствуй, Мусага. Ты что-то хочешь сказать? Очень хорошо, что мы встретились. Можно некоторые детали сразу и обговорить. Например? Например, дом. Вы где хотели бы жить после свадьбы? А тебе что за дело, Мусаага? С чего мне это с тобой обсуждать? Мне не стоит совать нос? Совершенно не стоит. А другие вопросы? Туда я могу сунуть нос? Ну, то есть, не сунуть нос, а высказать свое мнение. Или не высказать? Так, Мусаага. Я никак в толк не возьму, зачем мне с тобой об этом говорить? Вот еще выдумал. Бог свидетель, не понимаю я этих женщин. Не понимаю. Эсма? Ты что, куда-то собралась? Не я, матушка. Я остаюсь. Уезжаешь ты. Я нездорова. Как же я поеду? На то, чтобы плести интриги, у вас здоровья хватает. Значит, и путешествие перенесете. Ясно, что ты расстроена. Давай сядем, поговорим. А потом, если нужно, я уеду. Рейхан,
Проводи матушку до кареты. Эсма? Прошу вас. Стой на месте. Я сама дойду. Ты еще пожалеешь об этом. Сначала заедем во дворец. Прошу тишины. Повелитель создал этот совет для того, чтобы открыто обсуждать любые темы, важные для будущего нашего государства и народа. Он лично просил дать каждому возможность высказать свое мнение. Если мы с уважением будем слушать друг друга, то уверен, решим все вопросы. Поздравляю вас всех с этим важным начинанием. Первое положение. Обновление нашей армии. Пожалуйста, по очереди излагайте свои мысли и соображения. У нас что, так плохая армия, что ее надо обновлять? Мы что, у неверных воевать начнем учиться? Толку от этого не будет. Мы, янычары, выступаем против внедрения методов наших врагов. Правды уже ни от кого не скроешь. Вы, янычары, давно стали посмешищем. Это вы, благодаря своей муштре, уже много лет одерживаете победу за победой. Ты кого посмешищем назвал? Оставьте янычар! Вы, янычар, до такого довели! Вы погрязли в своей одежде! Надо идти в ногу со временем! А ну все молчать! Прекратить! Тихо! Так заседания не ведутся! Говорить по очереди! Вы же на государственной службе! Прошу соблюдать порядок! Янычары, шакалы! Это вы, шакалы! Вы брюшки! Мы за вас кровь проливаем! Вы все воры! Это вы, воры! Bonjour, mademoiselle. Амбирага, у тебя талант к языкам. А вы как думали, госпожа? Прервись-ка ненадолго, учительница. Повелитель ждет. Что-то случилось? Вот не знаю. Сказал, зови, я зову. Понятно. Дети, я сейчас вернусь. Ну, я смотрю, ты оживилась, голубка. Наконец-то я ему все спокойно объясню. Да. Надеюсь, так и будет. Подойди, Анна. Мы как раз о тебе говорили. Николя, что ты здесь делаешь? Я его позвал. Работа во дворце нарушила ваши свадебные планы. Повелитель. Я не разрешил тебе говорить, учительница. Раз уж по незнанию я послужил причиной вашей разлуки, то мне, как правителю, необходимо эту ошибку исправить. Начинайте готовиться к свадьбе. Все расходы я беру на себя. У тебя есть время попрощаться с наследниками.